парадная форма, серьезный взгляд и едва скрываемое волнение. Виновники торжества сегодня – ученики 10 классов лицея номер 38. Их посвятили в лицеисты. Новый статус ребята носят гордо. Теперь они не просто школьники, а достойный пример для младших и в учебе, и в поведении. Здесь все намного строже, намного больше заданий и намного более ответственно подходишь к выполнению. Ребята, которых сегодня посвятили в лицеисты, стараются равняться на великие умы знаменитых выпускников Царско-сельского лицея. Пушкин, Пущин, Дельвик, Кюхельбекер – со сцены звучат эти имена, а юные актеры перевоплощаются в их образы. Творчество, сила воли и идеал дружбы. От учебы в лицее ребята стараются взять все лучшее. Это, собственно, одна из самых лучших комбинаций, которую можно было собрать. Люди у нас просто замечательные. С ними не просто шикарно вот работать, с ними даже общаться интересно. Это как раз и создает тот бурлящий котел, в котором идет жизнь, и мы не только просто живем друг с другом, а становимся сильнее, мудрее. Уже в стенах лицея у ребят начинается профподготовка. Техническими дисциплинами, физикой и математикой ученики занимаются с преподавателями вузов. Под их руководством старшеклассники ведут и проектную работу. Школьники посещают одновременно и предприятия, они видят место будущей работы, ну и затем, так сказать, они могут по целевому приему поступить к нам, а потом пойти учиться на предприятие. У нас несколько технических классов здесь есть, с которыми мы активно работаем. И это очень мотивированные студенты, которые потом приходят учиться в наш технический университет. Из зрительного зала на десятиклассников мечтательно смотрят младшие ученики. Через год они тоже вступят в ряды лицейского братства, получат памятные значки и произнесут торжественную клятву.